Здорово, Ютуб, с вами Проф. Несколько дней болел, сейчас вроде пришел в порядок, и, соответственно, появилось желание записать вам видосы новые. Начнем мы сегодня, пожалуй, с обзора обновы, которая была установлена на сервера недавно. Возможно, у меня немного хрипящий голос, ребят, сори, я немножко простудился. Итак, давайте смотреть. Значит, пока мы отдыхали, в скобочках болели, Невал нам установил обнову на сервера. Остановка времени, я так понимаю, это акция, новый сет и обнова непосредственно. Сейчас посмотрим, в двух словах расскажу, что к чему. В обнове у нас был ребаланс героев, добавили нам новый сет талантов, исправили там что-то, как обычно, какую-то хрень исправили, которая никак не влияет на, типа, на наличие бесящих багов в игре. Вот, ну потому что Невал обычно исправляет всякую хрень, а основные баги не исправляет. Но речь не об этом, речь скорее о ребалансе героев. Собственно, первый герой, который вы отребалансили, это Трикстер. Ему уменьшили урон с пассивки, ну его в двух словах его порезали. А именно уменьшили урон с пассивки, рикошет, уменьшили радиус отскока рикошета на 22%. Волну порезали в дамаге. Скорость волны порезали на 20%. То есть Трикстер теперь такой менее имбовый, но по-прежнему играбельный. То есть его порезали не в ноль. Но самое вкусное вас ждет в конце этого видоса. Я думаю, те, кто играет, уже в курсе, но для тех, кто не шарит, сейчас расскажу более интересную новость. Значит, у нас дальше идет Черозмей. Его, я так понимаю, чуть-чуть апнули. Ему увеличили скорость анимации автоатаки на 20%. А также ему бустанули радиус старой ульты, которая шотает, вы помните, на 9%. И также ему уменьшили задержку перед применением ульты на 0,3 секунды, получается. С 1,5 до 1,2. На 0,3. Чуть-чуть бустанули креветку. Хотя никто сейчас, объективно, никто не пользуется этой ультой. Вот. Дальше у нас идет кентавр. Кентавру больше не накапливает эффект кровотечения после применения классовых способностей. Я не знаю, что это значит. После каких классовых способностей. Не совсем понимаю, что это. Глубокие раны, дополнительно. Так. Уменьшили урон с пассивки с апа в пятой строке, апа пассивки в пятой строке. То есть раньше кровотечение до хера дамажило из пятой строки, теперь оно дамажит на 20% меньше. И также стрелу ребалансили разумную. Время каста уменьшили стреле разумной. Ультимативной способности, кто не шарит кентавра. И также минимальный урон увеличили у этой ульты. То есть каст уменьшили, урон увеличили. Бустанули жестко разумную ульту. И также у нас затронута силовая ульта. Время восстановления способности увеличено до 90 секунд. И я так понимаю, силовую ульту наоборот фиксанули. То есть увеличили КД на 20 секунд относительно того, что было раньше. Это значительно. Потому что раньше силовой кент мог шотнуть, пока ты респавнишься, летишь там, прогуливаешься, снова тебя мог шотнуть. Ну, в идеале. Сейчас так не получится сделать. Уменьшили урон на 10%, судя по цифрам. На 10, там, чуть больше процентов. И также теперь вместо двойного урона по цели, находящейся за пределами тролливали. Короче, если раньше дополнительный урон с силовой ульты... Надо музыку тише сделать. Если раньше дополнительный урон с силовой ульты наносился за дистанцию, которую пролетит силовая ульта, то теперь дополнительный урон будет наноситься от количества стаков кровотечения на цели. То есть вы сначала должны его наточковать, повесить на него кровотечение, и только после этого ульта нанесет дополнительный урон. Ну, в принципе, я бы не сказал, что это прям фикс, но... Фикс вот.
типа КД и урон. Вот это реально фикс. А это так, чисто ребаланс. И вот самое интересное, до чего я хотел, ну, что я анонсировал ранее, это Владыка. Владыку возвращают в игру. Вы помните, что его сильно бустанули когда-то давным-давно, потом три раза порезали. Сейчас откажусь всех. Вот, потом его сильно порезали один раз, сильно порезали второй, порезали раньше атаки, порезали танковость стаков, порезали дамаг с пассивки. И вот, спустя, я не знаю сколько, полгода или год, возвращается павший Владыка в игру, возвращает ему дамаг с второй пассивки. Ну, вернее, не со второй, а как бы... Так вот, нагляднее будет, я вам покажу сейчас. Вот с этой пассивки возвращает ему урон. Теперь пассивка снова дамажит по цели, которую вы атакуете, а не по целям вокруг этой цели, как это было недавно. И, соответственно, сейчас пройдемся по всем вуапам. Значит, арсенал. Это основная пассивка. Щиты. Теперь максимальное количество арсеналов 6. То есть максимальное количество стаков щита 6 вместо 10. И теперь их, теперь их легче настакивать, чем раньше. Вот. Ну, тут они расписали подробно, я не буду это озвучивать. Теперь, смотрите, за счет того, что щитов меньше, а время получения щитов то же самое, как бы танковость увеличилась. То есть эффективность щитов, теперь их максимум 6, раньше было 10. Эффективность 6 щитов равна эффективности 10 щитов, которые были раньше. То есть щитов меньше, получаются они так же, ну, так же быстро, как и раньше. Соответственно, если в общих рамках на эти щиты смотреть, то они теперь более... ну, больше впитывает, короче, герой за счет этих щитов. Также у нас время накопления, вот они акцентируют внимание, уменьшилось в 2 раза. Раньше нужно было 90 секунд, чтобы накопить 10 щитов. Теперь надо 54, чтобы накопить 6 щитов. И также у нас поглощение щитом увеличено в 2 раза. Вась, в 2 раза. Это очень сильный буст. И это только мы прочитали буст одной пассивки. То есть, грубо говоря, сейчас 6 щитов танкуют, как раньше 20 щитов. Боевая готовность. Это у нас первый скилл. Апнули его ап. Теперь каждое применение дает один арсенал героя. Вот. То есть теперь с апа пассивки... Подожди, боевая готовность — это случайно не в пятую строку? Сейчас я проверю на всякий случай, чтобы вас не дезинформировать. А, это в пятую строку, я перепутал. Это не во вторую пассивке пассивка, а это в пятую пассивка. Вот, теперь, короче, за каждое применение первой кнопки вы будете получать дополнительный щит. И также бустанули... Возвратку. Возвратка — это вторая кнопка Владыки. Вот, по второй строке. Урон, который возвратка возвращает, увеличили. И дополнительный урон от настаканных арсеналов тоже увеличили. То есть, чем больше на вас щитов, тем больше возвратка нанесет урона. Соответственно, и возвращающийся урон увеличили, и еще и дополнительный урон с арсеналов увеличили. То есть очень сильно бустанули пассивку. Вернее, активку вторую. Так. И далее у нас идет ап этой активки в третью строку. Теперь больше вы впитываете, пока действует возвратка. То есть раньше резист был 2% за... каждый эффект щита, теперь 4%. Таким способом поглощение урона выросло на 5-13%. То есть, это вот, вдумайтесь, мы прочитали только половину его апов, а это уже совсем другой персонаж. То есть, это бустанули, а в пятую строку бустанули. Все бустанули. Вот, мы дошли до пассивки, до
вот этой вот, которая дает арсенал из-за добивания крипов и дополнительный урон с автоатаки. Знаешь, при добивании героя владыка получает 4 арсенала вместо 5. Но мы помним, что 4 теперь это намного больше, чем 5 раньше. А также эффективность умения увеличилась на 17%. Теперь вы можете получать не 50% арсеналов от максимума, а 67% от максимума. То есть можно больше настакать щита с помощью второй вот этой пассивки. И также ап этой пассивки тоже бустанули, как я уже говорил ранее, увеличили урон пассивки и вернули дамаг по атакуемой цели от этой пассивки. Кроме того, урон снова наносится по основной цели атаки, а не только в радиусе вокруг нее. И дополнительный урон бустанули от эффектов арсенала. То есть, чем больше на вас щитов, тем больше урон с этой пассивки. Соответственно, ребят, всем советую одевать сейчас разумного владыку. Это супер буст, реально лютейший. И также бустанули две ульты. Время восстановления уменьшили ульты. Это старая ульта, которая дает сало всем вокруг. Также радиус увеличили, длительность снизили. Странно, что длительность снизили. Но, в принципе, это вряд ли сильно зароляет. И также снизили время восстановления на за эффекты арсенала. Это уже у нас идет ап этой ульты. Вот он. За каждый эффект арсенала на 5% восстанавливается быстрее ульта. Дополнительно увеличивая длительность ультимейта на 2 секунды. Я так понимаю, это уже независимо от арсенала. Так, и далее у нас идет альтернативный ульт, силовой. Получает по одному арсеналу за каждого отсутствующего рядом союзного героя. Вместо двух арсеналов. Так, ну это незначительно. Теперь увеличивает максимальное количество эффектов арсенала до 8. В общем, силовую ульту, как мы видим, тоже бустанули. Потому что мы помним, что эти арсеналы теперь дают намного больше импакта, чем старые 15. Так, по героям это все. По героям рассказал все. Далее у нас идут ребалансы талантов. Палача у нас порезали. Палач теперь стал куском говна, как я уже посмотрел в катках. Крайне слабый теперь сет. Намного сделали продолжительным настакивание этого сета. То есть, если ранее вам нужно было дать 5000, чтобы он прокнул, теперь вам надо дать еще больше тысяч, чтобы он прокнул. Вы настакиваете 2 арсенала, ну, арсенала говорю. 2 увечья за 1000, соответственно, вам надо дать 8, Вася, 8 тысяч, чтобы сработал этот сет. Ну, это бред полный. И ап в 5-ю строку теперь добавляет 1 увечье, а не несколько, как это было ранее. Ну, соответственно, с апом вам надо будет сделать 5 тысяч, чтобы прокнул сет. Ну, короче, типа, сейчас с апом вам нужно сделать столько же тычек, как раньше, без апа. То есть палач мертвый, на мой взгляд. Пишите в комменты, опять же, что думаете по поводу этого. Сори. Радиус бафа уменьшили. Урон уменьшили дополнительный. Тычек теперь больше надо сделать. Урон с 6-й строки уменьшили. Короче, все уменьшили. Ну, теперь, типа, приговор палача приговорен. И также у нас новый сет добавили в игру. Это, типа, современный рефреш. Я уже растянул видос на 15 минут. Надеюсь, не сильно это кого-то напрягает. Удачный момент. Значит, пройдемся по талантам. В 3-ю строку. В 3-ю строку талант. Дает он нам хитру. Собственно, и это и есть активка этого сета. Она, ну, это, она как бы пассивно работает, но это по сути активатор сета.
восстанавливает последний примененный классовый талант. Не ультимативный. Объясняю. Если вы, например, на Мейзине поставили эту хрень, прыгнули, у вас нога, Вася, откатится, и у вас будет в результате две ноги. То есть вы за один прокаст сможете юзнуть две ноги. Это очень сильный буст. КД у этого сета 100 секунд, но, по-моему, там можно бонусами его уменьшить. Сейчас посмотрим. То есть это, по сути, такой мини-рефреш, который откатывает вам одну неультимативную кнопку. Можно два веера кинуть на тени, можно два раза подпрыгнуть на владыке, там, например. Можно что угодно сделать два раза. Можно два раза ракеты кинуть на авиаторе. Также он обладает этот сет апом в первую строку. Это у нас монорек. Срабатывание дополнительно восстановит 50% затраченной энергии. Такой микробуст этого сета. Приятный бонус на возвращение энергии. Как я понял, ну это не сильно эффективно, потому что это раз в 100 секунд, но тем не менее. Далее у нас идет ап во вторую строку. Это у нас main stat, который дополнительно восстановит вам хп. Ребят, по своему опыту, я уже видел мейзинов, которые эту хрень ставят в билды. Восстанавливает жестко, реально. Там 400 хп можно разогнать, даже больше. Очень полезная штука. То есть это всего лишь вторая строка, это main stat, это еще и как печенька дополнительная. Это реально полезная хрень. Вот. Также у нас есть ап четвертую строку, он дает проворку или хитру и скорость. Это как бы ботинки, но объективно ботинки в четвертую строку это перебор, на мой взгляд. И даже учитывая бонус скорости на 3, пока этот сет восстанавливается, это все равно не очень круто. То есть суммарно этот ботинок бустит 10 скорости. Вот. Далее у нас идет бонус в четвертую строку снова. Это ХП. И снимает все негативные эффекты с героя. То есть, например, если на вас какие-нибудь стаки Крио или ульта какого-нибудь противного героя, вы просто прыгаете, и с вас снимается вся хрень. Полезно, достаточно полезно, но опять же, main stat не дает, дает хп, на кого это реализуемо, ну, возможно, на ЧГ на какого-нибудь, хотя я хз. Вот. Также у нас есть ап в пятую строку. Этот ап дает у нас main stat в виде силы. И он уменьшает время восстановления всех талантов на 2%. 2% это, в принципе, немного такое. И дополнительно уменьшает время восстановления вот этого нового сета на 25 секунд. То есть вместо 100 секунд у вас становится 75, а это уже неплохая заявочка на полезность. Вот этот ап в пятую строку на силу неплох. Могу предположить, что следующий ап такой же, только на разум. Ну, собственно, так и есть. Чтобы была вариативность. И ап в шестую строку. Дает он нам хитру, дает он нам мейнстат. Вариативный или разум, или силу. И увеличивает пробивание талантов на 7%, пока удачный момент восстанавливается. Вот это очень полезная хрень. На какую-нибудь луну вообще идеально зайдет, мне кажется. Вот. Сори. По новому сету вроде вас провел немножечко, да? Остались фиксы. Остались у нас фиксы. Сейчас я баринка пролечу по ним, чтобы вам не спамить лишней инфой. Так, ну эту херню я не видел. Бесполезный фикс. Легендарный барьер, бесполезный фикс. Принц воров тролливали. Бесполезный фикс. Так, это у нас дважды восстанавливает здоровье. Не видел ни разу такого. Бесполезный фикс, это у нас также бесполезный фикс. Тоже бесполезный. Ничего из фатального не пофиксили, это просто это просто обычные фиксы, такие типа «Ребята, мы что-то пофиксили». Вот, самые бесящие баги по-прежнему остаются в игре, но при этом обнова достаточно интересная. И также у нас есть еще одна тут новость. Ну, конечно, я забыл упомянуть, что весь, любые новые сеты
теперь у нас будут всегда в акционном вот этом окне в замке, то есть на замок класса, эти, кто не шарит, сюда акции, и вы за катку получаете паузы, какой-то ресурс, короче, и потом ролите новые сеты. Вот так это работает по старым чертежам. Так, что у нас тут? Новый комплект талантов. Ну, тут можно посмотреть, но я не буду, потому что забанят за авторские права. А, трали-вали, золотой век увеличивает. Короче, тут все по-старому. На этом, ребят, обзор обновы закончен. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Обязательно ставьте лайк, я старался для вас. Также подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь также на паблик ВК, ссылочку я оставлю в описании. С вами был Проф. Еще раз спасибо за просмотр. Пока-пока.